Актер-ветеран Тхармендра не любит сидеть сложа руки и говорит, что ему не терпится вернуться к работе. Тхармендра сказал: «Для меня возраст – это просто число. Я храбр и добр сердцем. Прямо сейчас я наслаждаюсь своим перерывом. Пусть эта фаза закончится, я буду работать над чем-то интересным. Очень скоро. Дело в том, что я просто не могу сидеть сложа руки. Дайте мне работу». 80-летний актер в настоящее время живет на своей ферме, наслаждаясь приятной погодой и отдыхом. Но скоро он снова встанет на ноги. Он говорит: «Это лучшее время года, чтобы быть здесь. Я чувствую себя очень свежим и здоровым. Я выращиваю здесь овощи и пшеницу. Я сам их сажаю». Он добавил: «Я также забочусь о людях на моей ферме. Я использую это время для того, чтобы писать стихи. Я продолжаю записывать свои мысли». Но мы не можем дождаться, чтобы увидеть этого актера на экране.